В центральных регионах России ожидается усиление морозов. Температура будет ниже климатической нормы. Уже резко похолодало в Поволжье. В Самаре сейчас минус 22. На фоне высокой влажности и слабого ветра такая температура ощущается как минус 30. Регион окутал морозный туман. Ну а в Москве ночью до минус 16, а по области до минус 25. До 26 ниже нуля во Владимирской и Костромской областях. Холодно в Орле и Рязани. В южных регионах, наоборот, потепление. В горах Краснодарского края и Кабардино-Балкарии есть опасность схода лавин.